Это шутка, блядь. Ну, так я не агрю, я же слова плохого не сказал. Я просто разъяснил тебе ситуацию, чтобы ты не думал, что это прогиб. Кстати, братан, прогиб – это очень охуенная тема. Я, короче, в школе... Ну, я могу тебя на него кинуть. Я 9 лет вольной борьбой занимался, брат. Я 7 лет занимался дзюдо. Там чуть-чуть не так это называется, но смысл тот же. Я 4 года занимался легкой атлетикой, и у меня хуй догоните, блядь. Прогиб. А мы будем за тобой бегать, зачем ты нам сдался? Ну я не думаю, что ты там пулю соли в задницу обогнал. Либо резиняку. Знаете, вот что мне нравится в Джерриона в рейдах? Потому что там ГП летит рекой просто. Куда летит ГП? Рекой просто летит, просто безбожно. Он никого не щадит. Мне это в натуре нравится. Боятся косячить там рейди, потому что сразу хапнут ГП, да и все. Это очень четко. Вчера как был Варенька тоже хапнул, что-то, блядь, косячили только 2 часа. Ну да, Джерем пришел, они поняли, что, ну, шутки в сторону и убили. Ну типа в натуре, я не говорю там, что Варенька там хуёвый или, ну, я не имею это в виду. Рейд был хуёво собран, его какой-то, наверное, гусь собирал. Ну, блядь, смотри, как я угадал, блядь. Ладно, войдёт, братишка, я шучу. Канал. Да. Всем. А сколько ты весишь? Да сейчас. Ну, ну да. Порядка 110 килограмм. Да ты здоровая. Ну, да, у меня 1,98 взрост, ребята. У меня 2 метра взрост. Блять, я просто хотел, типа, знаешь, выпендриться на тебя. У меня 196, и я 112 вешу. Ну. Я слушаю жиробас, блин. Ну, братан, я тебе фотку могу скинуть, я не жиробас, честно. Ну, я тоже не жиробас так-то, не особо, но есть пару лишних килограммчиков, но так, что аж слишком, нет. У меня рост 1,80 м, вешу где-то 76. Потому что ты дрыщ. Мне нравятся вот такие вот, ну, типа, спарринг-партнеры дрыщи 70-килограммовые. Там леща дал, и все, пацан уже спит. Ну, просто... слышишь, ты, короче, должен ему дать леща, он будет вокруг тебя бегать, и ты захекаешься. Да, ты молишь, пока, да? Ты заебешься там, там уже, блядь, они что. Дружище... Нет, ну, причем гонишь? Ну, смотри, если заниматься как борец, короче, то, в принципе, да. А, например, в боксе такие ребята могут тебя напиздить, нехуй делать. Да, я тебе скажу вот так вот, любой ударник проиграет в хорошего борца. Вот бой Макгрегора с Хабибом это показал, что ударники против борцов просто отгребают. Это наглядный пример. Любой ударник проигрывает нормальному борцу. Кстати, Макгрегор, блин, там он, короче, блин, слил бой, мне кажется, короче, для того, чтобы реванш за большие деньги провести. Да, ну он влез на удушающий, там, блин, он выглядел в натуре, будто с бодуна, если честно. Я, блин, посмотрел его одышку уже после первого периода, это, ну, его одышка была просто, ну,
Он так задыхался, что там типа в натуре он с будуна вышел. Он, значит, забивал хер на физуху, короче. В принципе, он, ну вот, именно в драке кулачной, он красавчик. Кстати, но знаешь, я тебе скажу, в Диаса он бой проиграл, когда, да? Вот, то он тоже по борьбе проиграл Диасу. И, типа, Диас его, ну, повел на удушающий. Так-то. Ну, я ж о том же и говорю, что, короче, если, типа, ну, ты дал себя схватить в захват, то, ну, блин, сам да, виноват. Да, не в захват, а там просто кисть, дал за кисть схватить, дал взять за плечо. Это все. Не, я про... Я про Хабиба. Дал Диасу, и все эти... Да, я про Диаса бой не смотрел, я смотрел только Хабиба. Там просто, ну, в натуре, ну... Ну, знаешь, я тебе скажу, типа, я когда уже поступил, ну, учиться потом, вот, и уже в универе был, то я боксировал, знаешь. Я тебе скажу, ну, боксировать, ну, кстати, не есть, ну, мне борьба, ну, дается сложнее, ну, борьба как спорт, как вид спорта, она сложнее сама вообще по спецификации, и легче выставить удар человеку, чем... Ну, нормально, чем научить бороться. Чтобы человек боролся, это нужно очень, ну... Ты понимаешь, ты должен отработать этот бросок, ну, я не знаю, я... Ну, чтоб ты его не сломал, чтоб ты сам не сломался при этом. Ну, ты должен на натуре, ты должен отработать этот бросок там просто сотни тысяч раз, понимаешь, там миллионы в натуре раз. Ты знаешь, там... У нас тренировка начиналась вот на борьбе, чисто вот вместо разминки, это кросс 7,5 километров, это вместо разминки, это полчаса мы пробегали кросс, и после этого мы еще там разминались, растягивались, и тогда полтора часа мы еще боролись, понимаешь, типа, ну, тебе вот так вот, ну. И это ты, ну, это, а на боксе, ну, на боксе единственное, что мне понравилось, то, ну, там тоже выносливость, кстати, тащит очень сильно. Но удары, ну, удар выставляется там за год, ты, у тебя уже нормальный удар, типа, выставленный, понимаешь? Ты, ну, ты отработал уже, знаешь? Да, у тебя там техника будет хромать, но удар у тебя уже выставлен, понял? Ты, ну, сможешь... вот смотри, мы, короче, занимались с товарищем, боксировали одно время. Он на 30 килограмм легче меня. Но у него именно дыхалки больше, понял? Я там, ну, тоже, скажем так, не дохера у меня лишнего. Ну, может, килограмм там 5-10. Типа, короче, не мышечной массы имеется в виду. Но он именно понял, он на дыхании, короче, может. Он вокруг меня побегает и даст мне пару раз, короче, да, по щеке. Вот смотри, обидно. Не больно, но обидно. Знаешь, в чем причина? Потому что ты, значит, мало работал, мало двигался. Надо, ну, типа... Я когда боксировал вообще со всеми, помню, при моем росте у меня очень большой размах рук. И я просто постоянно работал, ну, левым джебом, постоянно, левый джеб. Мне тупо тренер Комарь, ну, вот, он мне одного чемпиона, ну, чемпиона Украины, там, мастеров спорта выпустил. Он мне говорил, что у меня рука как на пружине, короче. Я тупо забивал типово одной левой. Я стоял, ну, работал настолько джебом, типы. Ну, как только пытались скоротить дистанцию, они сразу получали джеб, и, ну, они просто ничего не могли сделать. Я так, ну, я, ну, у меня рабочая рука левая хорошая, и, ну, я просто убивал там одной левой, у меня типа от одной левой падали, короче. Так что, ну, просто, типа, не суть, типа, тут весь, тут суть как-то... Паладина, ну, типа, дайте басы по хантам. Если ты с этими мелкими, ну, боксируешь, ну, типа, активно, ты их держишь, не они тебя атакуют, а ты там ходишь, выжидаешь момент. Тут зависит, как, ну, не ты решаешь, ну, не соперник должен решать, как ты ведешь бой, а ты должен решать, как соперник будет бой вести против тебя, понимаешь? Ну, вот в чем проблема. Смотри, какая штука. Дайте, пожалуйста. Мы, типа, отрабатывали упражнение, это раз, а второе, допустим, что, если бы я его, допустим, захотел поймать за руку, я бы его сломал. Но зачем, если мы типа спаррингуемся, понял? Очень прикол.
Ну, есть много хитростей там. Я любил, кстати, вот, ну, типа, встать на носок, знаешь. Типа вот при, ну, при атаке встать на носок, чтобы не ушел, и вклеить, и разули вторую. Я прослушал, что-то шумело. Цирк приехал. Это канон говорит. Ну, я понял, я прослушал, что он говорил, потому что шумело что-то. Так это канон говорит. Рискат либо воет, кто с вас копию ловит. Рискат, лови первую, твоя будет первая. Воя сильнее страдания. Не достаю слишком далеко. В мире хватает героев и без тебя. Сильнее страдания. Понимаешь, надо, ну, типа, вот в боксе, типа, это нравится, что ты, ну, как ты задашь темп сопернику, я так он кулак, не будет. Ну, типа, так он и будет, типа, против тебя, ну, боксировать. А в борьбе тут не так, тут, типа, понимаешь, в борьбе, наоборот, лучше занимать позицию защищающегося, когда, ну, типа, когда тебя атакуют. В борьбе больше контрприемов, чем приемов для атаки. Типа в борьбе больше у тебя приемов для защиты. Ну так-то. Кулак по хантам дайте, пожалуйста. Палы там разберитесь по бафам, я бафаю прото, короче, я протопал, если чё. Так, давайте по бафам, отец холодец, кулаки бафаются, фаер, каски бафают, она грель, метал бафает, как это называется, монорек. Давайте бафы, чек на полную готовность будет сразу проводиться, никаких АФК, будем сразу пулять. Никто никуда не отходит, без курения, без всякой этой фигни. Могу и тогда один трай дать, успею. Слышишь, Диман, могу один трай дать, успею, потом отойду. Минут на 10 максимум. Рискат, ему танчу, двое смерть. Закройте рот, когда я базарю, еще кто-то откроет рот, дам ГП. Заебали. Рискат танчит тьму, Войд танчит свет. Альтея, Джулиан диспейлит свет, пистола во тьме там под... Не, Альпич во тьме там подиспейлишь. Посадьте рыбу, пожалуйста. Как на баку бетон. Рыбы нету, Дима. Пистола во тьме?
Черный лимон и накрель в свету, не так. Роджер и накрель свету, черный лимон, пистола и альпич во тьме. Три кнопки готов, мифрейм готов, что не хватает, давайте речь. Пишем, что не хватает. А на бурст КД, так это меня не волнует. Чек на бафе готовность, рискат, где начинать? Сейчас я буду бурсты ваши ждать. Я сейчас скажу по инерам в бою, иди начинай рискать, что ты стоишь? На пула не будет. Метку смотрим. Кальтея, сама с себя. Небеса в огне. Четвертая пати остается добивать големов, кроме демона. Бьем в звезде стоим. Уже нормально. Пати, точнее, стоим. Спанк метка. Где на пол? Только боссу. Момент, как диспальните его. Три метеор. Прибежал. Лужу. Кирилл его это нормально. ПП падает до 10%. Упал. Смотрим, добиваем эти два трэша. Ребят, заходи. Рискат, заходи. Саня, ну что ты делаешь? Говорю тебе, заходи, ты там дрочишь у портала. Заходим, рейд. Брат, встали. Пати осталось добивать, кроме демона. Пулфайр метка. Фридом, да? Фридом отец холодец будет давать. Так выйти давать. Ты первый, отец холодец второй. Не поделили. Добили. Пейн метка. Все добили, заходить. Молодец, метка, бык морде. Что ты делаешь? Ты вообще на приколь? Это же спанк. 100%. 53. Fire, только хилам будешь бросать этот фридом. Смотрим. Видим. Небесный рез, лишится холодца. На мне метка. Выходите, свет, выходите. Выходите, свет. Интересно, что царя холодца. Потом скажете ему, когда можно зайти, кто во тьме. Ладно, сейчас лезу. Если диспал. Ну не сейчас, уже диспал. Метеор. Прибежали. Заходи. Холодец. Квадратики стоять будем. Мы смещаемся к хвосту. Тая метка. Убьем трэш. Фрейма прохиливай. Фридома нет. Ты умер, Вуди. Понимаешь? Ну сейчас уже пройдет. Выйдет. Придет. Пейн метка. Мы, короче, вдвоем пока похилим. Лица.
Бля, пиздец, ну как так можно сдохнуть? Перебежали. Там трактовуди упал. Как он упал? Это слоупок? Да нету захила. Падайте. Ты умер, Молли, вот скажи мне, пожалуйста. Я сказал, фридома не было. Никакой лезвие ты че не знаешь. Ну и что, что фридома не было? Фридом для удобства. Тебе надо фридом, чтобы не сдохнуть? Ну а что мне никто. Ну давайте линкану детали смерти. Я себя дал быстрее, ну и все. Слышь, Димон, вот буквально минут 6, все, я отошел. Зачем берут этих ретриков тогда, если фридом не нужен? Скажи-ка. Ретрикс заслоупочил. Тебе нужен фридом, чтобы выжить? Блин, что значит мне нужен? У меня на КД была вот эта вот, как она, ну, мгновенка, чтобы кастануть в себя. Не так вопрос ставь. Умер из-за чего? Из-за лезвий или из-за недохила? Просто из-за недохила. Так, каких значит, лезвий? Вы что? Так, я никогда в жизни не умирал на лезвии. Так значит, виноваты два хила. К Вуди вопросов не должно быть. Два хила хуйней страдают, а не хилят. Храните абсорб, пожалуйста. Есть абсорб из тьмы. Несет... Хилый абсорб. Когда несет метку шаман, хилы хилят метку и танк. Все. Бля, Алпич, у тебя же спек ДЦ, а что-то у тебя абсорба капец как мало. Давай что-то делай. Не знаю, щитуй лучше, хиль лучше, ну, что-то да, делай. Да там Димон, да он не дал больше абсорба, там, бля, их 7 человек, блядь. Вот, ну, там нечего щитовать, там не даже никак. Не надо со мной спорить, я знаю, сколько ДЦ отдает абсорба, я и ДЦ-шил в тьме, там можно перегонять вообще всех напрямую. Ты не должен только щитовать, ну, он еще может хилить ДЦ, прикинь, обновления кидать по рейду, молитву там вспомянуть, кинуть это. Связующие исцеления, но он кидает только щиты, это видно по рекаунту. Ну что это за ЦЕ? Такой хил мне не надо в РС, мне надо нормальный хил, который использует класс не на 10%, который кидает щиты, а юзает все спеллы, которые есть у него. Там два шама оверхилят рейд, там ну, нечего ему хилить, понимаешь? Это не оправдание, я еще раз говорю, он должен играть на 100%, а не на 10%, раскидывать щиты. Джулиона поставь вместо него, пускай он в шипе будет. Нормально, да, сказал? А давай, Калк, тогда ты будешь в ДЦ, ты получше играешь. А, бля, донов нету, тогда Альпич будет в ДЦ, будет ловить ГП, если не будет за хил. Ты наебал по-любому, блядь. Опять тебе кулак. Надо учиться у вас, вы так наебываете мастерски просто. А донов нет, блядь. Кулак по ДК. Отец холодец. Ты скачай, аддон называется Вуду. Там вообще похуй. И фреймы, и хил одновременно. Ты смотришь на фреймы, блядь, и хилишь. И что хочешь делать. Ну, Вуду достаточно непросто настроить, если ты его никогда не клацал. Хуйня. Все легко там настраиваться. Нажимается кнопка заклинания, и там все написано. Самый простой аддон. Это все хуйня. Вытянул все 5 пати и хилишь как бог. Я не знаю, я сколько играл за хила, я всегда пользовался Вуду, но я его долго всегда под себя настраивал.
Ну чем Вуду не ок? Вуду вообще топ аддон в мире. Да он охуенен, я с тобой не спорю. Я говорю, что настраивать его, типа, ну вот для меня было долго. Да мне кажется, что Вуду пользуется долбоёб. Спасибо, братан. И это, слышишь, все топовые гильдии на 3.3.5 им пользовались. Гридом и Вуду. Бля, не пользуюсь вообще аддонами, они вообще нахрен не нужны. Правильно. Знаешь, какие у меня аддоны стоят, дружище? У меня вот с аддонами, я сейчас тебе скажу. Дима, я тут, если что. Этот. У меня с аддоном EPGP. Омник CC, чтобы видеть свои кадехи. One bag, типа одна сумка. Рекаунт и Atlas Loot. Все. Больше у меня ничего нет. Atlas Loot, кстати, тоже не нужен. Это так, чтобы смотреть там, пора сравнивать статы всего на все. У меня есть такой аддон, вышел в этом году, называется аддон Войда. Показывает нетрадиционные ориентации, да, Войд? Показывает персонажей, да, нетрадиционной ориентации. Ну, Джейми зашел, вот он светился у меня, нетрадиционный, значит, пацан. Код красный, опасность. Показывает все, блядь, тактику показывает сразу на босса. Куда бежать, да, стрелочки. А что там за приколы, короче, кто-то ливнул, ему дали ГП, а второму не дали? Ну кого-то пожалели. Не, она просто девочка. Я, короче, не в курсе ситуации, но так чисто. Ну если ты типа собрался ливать, ну ливай. Потом возвращаешься и говоришь, не забирайте мою ЕП, пожалуйста. Ну ситуации разные бывают, тут индивидуально рассматривается все. Ну, типа, знаешь, есть даже пословица «Уходя, уходи». А «приходя, приходи»? Ну, ты недопонял, наверное. А «уходя, не приходи». Ну, смотрите, какую хазара кочевку получил. Ну, смысл этой фразы, типа, в том, что, ну, короче, если, типа, решил, то будь тверд в своем решении. Да ясно, понятно, я угарнул что-то. Если ушел, то ушел, все. Ситуации разные бывают, вливают по каким-то психическим расстройствам. Психанул, выключил комп, там, удалил вов. Ой, сколько раз я удалял вов. Психическое расстройство. Сколько раз я удалял эту лучшую в мире игру. Через два дня. Блять, как там настроить этот аддон? Слышь, этот Crazy Warlock. Играл, короче, это сегодня. Ну, там какая-то территория открылась после этой хуйни, после этих, блять, Назгул. Ну и давай я, короче, косить командиров. Ну, всех открыл, там червей, все, и давай всех косить. Ну, всех загасил, открываю, короче, армия, блять. Просто все лежат, короче, такие трупаки, блять. А и кого ты вербовать там будешь? А хуй знаю, они же воскресятся потом, новые будут. Ну это сколько нужно дохуя ждать? Тебе нужно другую локацию переместиться, чтобы эти пидорасы воскресились. А там фишка в чем? Там нет, это типа закрылась локация, там минус Этиль стал минус Маргулом, короче, и все. Ну я так понял. Да, либо сдохнуть тоже, кстати, там работает. Да, сдохнуть надо или квест делать. Но если сдохнешь, там может какой-нибудь командир вылезти, блять. Имбовый получится на рандомице. Этот рандом меня вообще вымораживает нахрен этих командиров. Ничего-то у меня. На лоу-левелах они не такие сильные. На хай-левел там такая дичь рандомится, это просто пиздец. Не, ну там же все равно какие-то слабости у них должны быть всегда.
Да слабости ни на что практически не влияет, если не тебя шок, какие нахуй слабости. Я там, ну, когда вот невкачанно еще был, ну гасился по городу, бегал там, блядь, по стенам, бегал просто. Не, ну жестко было, когда он что-то разъяряется, там, типа, я рядом с ним нахожусь, с капитаном, он, блядь, пиздец. Он, короче, бежит за мной, ну, добивает быстро. Ну а сейчас-то мне вообще похуй, я вкачаю там навык какой-то два раза, типа, отсрочить смерть, там что-то есть какая-то хуйня. Ну ты покачайся до максимального уровня, поймешь почему. Ну это понятно, надо далеко еще качаться. Там пизда, просто пизда. Я, короче, раскачался, чуть-чуть побегал, да ну нахуй, на самом минималку сложность поставил. И тут что-то сложно, блядь. Не, я хочу на это играть. Ты заебешься. Ты знаешь, сколько будешь его проходить на фул, на высокой сложности, блять. Ну, если не спиздеть месяца три, наверное. А по часам сколько? Часов. Не, да все, ладно, закройте. Да больше каких-то часов. Часов 300, блять. Там гринд, просто гринд, жесткий гринд. Гринд этих орков капитанов, блять. Которые тебя предадут потом при любой возможности. Суки ебаные, или сдохнут в бою, как мальчик. Че, наебал нас? Жмут, да? Ну, он в ВК написал, что 5 минут иду. Что это такое? Прошло уже 18 минут. Типа, я его не киданул, по крайней мере. Он мне написал 15. Короче, прикол какой был, набрал армию, почти все орки легендарные, капитаны, вся хуйня, там вообще мажорная армия, на меня напали, сука, все орки. Голос отключил, Крэйзи Вардок, потому что я сейчас буду говорить про пул, а мне неинтересно слушать, что ты там играешь или так дальше. Зорос, ты зашел в РК? Да в РК он, смотри, он сидит. Куда побежал, Зорос? Ты не там, ты не оттуда будешь начинать. Что-то у тебя хп мало, ты пиздец. Встань в квадрат, ты отсюда будешь начинать. Зорос, в квадрат, встань! Ты зашел в квадрат, встань в квадрат у меня. Куда ты стал? Он даже не слышит ничего, не отвечает. Может, он в РК не слышит? Он сапоги ищет, наверное, в сумке. Нажми Alt и наведи на сапоги. ДК танк. Нажми Alt и наведи на сапоги. Там было стекло. Турас, если ты в РК, одень сапоги на танк. А он раньше танчил тему? Да, отсюда начнешь, отсюда и зайдешь. Понял, Зорос? Побежишь прямо на Калиона, потом отсюда и зайдешь, потом будешь проворачивать. Он сказал, что танчил. Еще увидим, как он танчил, чек на баф и готовность. Зорос, затупишь, я тебя кикну. О, я тебе поверил, что ты танчил, но не убивал. Альтея, ты тут? Потому что там чешка, а не ключ. Тень, пожалуйста, Зорос, если у тебя есть ключ или скоробей. Альтея, ты тут? Что сейчас? Ты вместо чешки есть на три на хп. Меня выкинуло. Кого, меня, Альтею? Да. Да. Зорос, почему ты не подтверждаешь готовность? Ты умеешь танчить вообще? Ты тут? Он в РК? Ты человек? А не краб? Кажется, он все думает, что у нас в рот ебал, короче. Это все ебали. Каноп говорит, что за гильдия долбоебов? Правду пишут в фал-чате. А чё ты его кикнул? Да, Рискат пришел, мне не отвечает. Я не буду тут ждать полчаса, пока он раздуплится.
Даже трай не дал, пацан. Не все равно. Он сам. Я его предупредил сразу. Ну да, потому что он вот, наверное, зашел, ну, зашел и думает, да, ебало в рот их слушать, ёбков. Не, я не знаю, он вроде ВРК, он только что говорил что-то, а чё он не отвечал, может у него забагалось ВРК, не знаю. Будешь тупеть, Кик. Да, ждите, да он этот ДК стоит тут. Ты знаешь, типа прикол, когда человек с ВРК... Он рискал туда, типа... А чё его сумонить? Он же был в инсте, он где-то рядом должен быть. Он же вот здесь стоит в инсте. Саня, заходи, давай, уже всё. Че, пошел бафы кашить дальше? Все уже, какой АФК нах? Дайте фулл бафы рискату. Саня, ты че так долго, блин, я в шоке. Мы тут. Все, погнали. Дайте ему каску, по рискату каску дать. Каску дайте по нему. Все лайф, дай каску по рискату. Тема, кстати, тут проблема с напулом, ну типа. Все файер, на... дай каску по рискату. Тут, ну, они напуливают, когда уже трэш под боссом, типа я соберу, блядь, ну. Когда он будет или нет? Это Садар. Небеса в огне. Бежали. Им подрать, его уже в рейд. Еще таких героев. Что, пацаны, играть не умеете? Удар поднимай смарт-килла, а небесный поднимай три кнопки. Кто квадрат стоит, чтобы в луже сдохли сразу, на крель метки. Дайте только в Халион. Тона только бьем, никто кроме кота и роги трэш не бьют. В квадрате стоим. Панк мед. Отлично переводим. Заходи, остается добивать. Четвертая партия остается добивать. Саня, заходи, кроме Крэйзи Варлока. Райт, заходим. Должен незыблемость прожимать, когда заходишь. Да где-то у меня, я в огне стоял. Садар, пистолет, залей, ман. Джерметка. Стола метка, заходите, если добили. А как вар сдох? Хильте меня, хильте. Фридом поздно добить. Когда сдохнет трэш, заходи во тьму. Местная метка. Не заходите еще во тьму. Кто не зашел.
Раса метка. Не туда понес. Папироса опять метка. Готов 51%. Метки будем выходить. Аж метка. И минус 1 ДД. Осторожно. Если будет быть для чехилить. В квадрат стали. Удали в цвету. Удар потом ману залей. Небесный залей ману. Альтая метка. Небесный залей ману этому. Роджеру. Тут трэш. Даю прохилить. Сейчас не бьем Халеона. Бьем Халеона, смотрим лужи. Лужи в рейд. Джастпанк метка. Будет туговато. Он вылетел. Даю прохильки. Тряж бьем в свету. Покопал в этом. А чё? Ваша мана не прохилили БДК? Чаленько. Я очень сильно пробиваю. Перцы, Димон, на тебе пора для ГП пришла. Ребятки, ну соберитесь, что такого-то? Ну я его, ну типа его пробивает, окей, хорошо, но типа для этого там есть два шамана. Ой, лол, блядь. Секунд нету хила, то по-любому он сдохнет. Какие 5 секунд? Потому мне что кажется... ты линканул там 5 секунд. Нет, надо смотреть вот эти 2.92. 2 секунды там нет хила. 4.92 и 2.92. Ну, линканите смерть танка, чтобы посмотреть. Линканули уже. Мамонт, стой, мамонт. Да, ну, я, ну, там видно только одно, то, что, блядь, танк не был на 100% хп. 5 секунд. А, вот в чем прикол, там еще не было 100% хп, и он сдох. Ну, так это проблема хилов. Ну, за 5 секунд там ни разу на фул хп он не был, блядь. Да не за 5, это так показывает. Вот эти вот 2.92, это когда он сдох. Да, я вижу, когда он сдох, я шарю аддон. Ну, вычти из 5 и 3 секунды. Сколько получится? 2. Он не сдох 2.92, он сдох, когда вот это, ну, время смерти, от время смерти. Он 2.92, он был на 35% хп так-то. Нет, потому что не может быть, чтобы за 3 секунды ничего не было. Пустота такая. Это аддон багается. Да не, мне кажется, это косяк. Ваш хиловский, бля. Потому что вы вместо линкани просто чем-то хилил. Линкани свой отхил. Сколько у тебя волн исцеления, просто покажи. Ну, мало волн, вот и все. Ну, я не знаю, как ты судишь. Типа, за весь бой больше, понятное дело. Я во тьме, каждый раз, когда выносится метка, я прокастовываю перед тем, как метка только начинает двигаться, волну в танка, и сразу следующую кастую волну в метку, с нее как раз диспелят, я поднимаю на фул хп метку и надаю волну в танк. Дай шкаф, сейчас будет все нормально, Марат будет на шамане, и там будет все хорошо. Колесом в лезвие не будет забегать, тогда будет все хорошо. Куда Марат затащит?
просто, блядь, проще с памятчайниками, блядь, всем говорить, блядь, типа, что я пиздатый пацан, я там нахилил. Да, ты понимаешь, что у нас нет ардру, что приходится давать чайники, потому что иначе проседает рейд. Это правда. Типа, надо давать чайнички, потому что это не пиду. Ну, то надо давать, но, Дима, ну, блядь, там не должен быть, ну, типа, волны, блядь, в 5 раз меньше, чем чайника. Пихните на Симон. Их не в 5 раз меньше, это число надо делить на 4. 4 человека в РК, 3 говорят со мной, не могут тыкнуть Симон. Ну, бля, я говорю же это в РК. Тыкнул, блядь. Пай, молодец, тебя будут эти кулаки. И ретрика во тьме. Фридом это, бля, должны быть, ну, бля, ну, не знаю. Стопудово, чек. Ну вон, видишь, блядь, Хазарак, что тебе пишет, нахуй. Я в этом любой не он говорит для сетапа, когда эрдру в рейде. Конечно, господи, когда эрдру, я все время хилю волнами, тупо. Вообще даю чайник, там один раз, может, ну, 2 волны чайник, вот так я примерно даю. Все, все готовы, не начинай рискат. Здрасте, стоим. Перебежали. Подрать остальным. Раздевал отметку. Чуток по нему. Молитву по нему. Смотрим. Квадрат стали, стоим, лужа льется. В райд, лужа в райд. В квадрате стоим. Откил метку. Не заходи. Скажу сразу. Рискат, заходи. 4-я пати остается, кроме демонов. Заходи. Квадрат. Там это, ты частицу на клей обновил? Пятка, Роджер. Ну, Роджер, не туда ты бежишь. Ну, зачем? Сколько ты с нами ходишь уже в РС? Куда ты эти метки выносишь? Добили. Блин, метка. Заходите. Заходите. С лезвием, метка ваш. Марат, ты во тьме. Ничего. Не лолику залей, маме. Спать. Ждем. Ждем метку. Все, метки нет, выходим. Свет. Ставим. Тигеру. Тигеру дайте в свету. Метка малорик.
смещайся, смещайся. В квадрате. Вы прохиливаете сейчас. При смещении там танк получает дамаг, он не может отклоняться при движении. Отошли от луж. Тут только трэш. Не рост. Па. Большого в свету речь. Все, все РДД играем в трэш. Небесная метка. Ой, в трэш, в босса. Тер перебежали. И тут сейчас не бьем вообще Халеона, только трэш бьем. Просто метка. Только трэш. Фул трэш и трэш. Там вот мне бар упал. Я вижу. Небесный зальёшь сейчас этому. Зальёшь сейчас маны Роджеру. Дар, поднимешь вара, перебежали. Конечно, будет сейчас на этой стороне, что мы перебежали. Смотрим. Лужа в рейд, лужа в рейд. Бьём. Вообще в свету не бейте Халеона, бейте только трэш. Когда вару зайти во тьму. Заходи. Только трэш в свету бейте, только трэш. Пару нет. Штекин не надо. Чем ты это делаешь? Ты с Адарки есть бар? Тримитер не убежал. Нету, я вара поднимал. Понял. Танк упал. Где, во тьме? Да, опять. Вы чё шаманы нах? Да блядь, чё ж Дима, порешай что-то с напулом, кстати, тоже с напулом, они блядь напуливают, когда я уже блядь раздаю. Не будем решать, потому трэш, что это сейчас не главная проблема, главная проблема сейчас в ДК, который дохнет. Линканите детали смерти с двумя шаманами во тьме. Давай я тебя потанчу. Давай мы сделаем сейчас не так. Сейчас, Лолик, ты будешь хилить только волнами, не пускай вообще цепухи, забудь о ней, выкинь с панели. Берешь, ставишь волну исцеления и только волну исцеления по танку, все. Достали, блин. Я сейчас мир. Что это такое? 73%, 66%, ну, где соточка, посмотри, хоть раз? Посмотри, за 10 секунд там ни разу на 100 хп не был, блядь. Я вот про это и говорю, где 100%? Хоть раз за 10 секунд, я вот сейчас это хотел как раз сказать шамане, где 100% хоть раз за 10 секунд? Почему его шатает? Что, волной не можете хильнуть? Да, потому что они на него кидают побыстрее, не понял? Они его подхиливают, но на него нету прока этого, блядь, ну, типа от таланта. Блин, Кано, ты же не знаешь, как там дела обстоят. Да, блядь, я знаю все, что вы цепак херачите и забиваете хер, блядь, схилить волну. Цепак херачим? Вот. Давай, давай, теленька, ну. Так почему у тебя танк ни разу на 100% хп не был во тьме? Все, я сейчас все сказал, Марат хилит только волной исцеления, цепное исцеление он не хилит, Роджер хилит только, ой, пистола хилит только цепным исцелением. Будет всё. Больше, чем Марат дал волны. Я сейчас метку вносил, когда упал танк, если это можно в оправдание. Дайте кулак. Фрейм, ты готов? Сейчас я кушаю. Лапку дайте. Давайте, все, все готовы рискать, где начинать. Еще раз упадет во тьме этот ДК, и там не будет прохила, я накину ГП. Кому? Чмет.
уже разливается, смотрим, квадрат смещаемся. Прям как пес там квадрат посмещались, пары пробежались. Засыпайте. Паша не спал. Леона, бей. Реметка. Это хиль. Реметка. Бежали. Смотрим, вы уже нормально в квадрате стоим. Рази варлок. Ну только трэш свету. Рожит этот трэш отводит. Все отлично. Рискат, заходи. Все заходим, кроме четвертой пати. Он заходит. Не залей сейчас Синер этому Алику, а Десадар и Инер Историк. Нет. Можете заходить. Вот теперь Сбес заходите. Сбес Нолику, Десадар, Пистоли, Инер, позаливайте. Про ты сейчас во тьме вообще не хиль, перестань хилить, у тебя что-то мана уходит. Мана, которой Инер кидается. Зай, ты в свету хилишь. Роджер, ближе к морде, не... Лезвие не забежал. Заметка. Зачем ты к морде побежал сейчас? Можешь мне объяснить это? Короче, побежал, как человеку сейчас выносить лезвие. ТГП, мне насрать, 300 ГП. Это метка, только не в портал. Вот смотри, папироса, что ты сделал. Почему твоя метка у портала? Это твоя метка. Просто куда сейчас человеку метку нести в свету? Ты правильно вынес, потому что ты куда-то вперед ломишься. Фридом, дайте, блядь. Света, в свету Гера не было. Роджер, где Гера в свету? Не надо сейчас Геру, бейте этого. Роджер, ГП, дайте диспел по ДК. Диспел по ДК. Just punk метка. Смотрим сейчас. Солик метка, хилите танка. Смотрим метеор. Бежали. Сколько еще таких героев? А как ты упал? С Ютуб бьем только трэш. Трэш только бьем. Это, наверное, метку не обновила. Небесный, после того, как Грэш забьется, поднимешь скерцу. Поднимай БР, сохрани. Метка. Дай кину, подними альпич. Стоп, подними, Дима. У вас 60. Бежали, дайте... Дайте в этом... Тул. Сейчас бьем только трэш в свету, только трэш бьем, и Халёна подбиваем, отлично, трэш выползает, все, бьем только трэш. Где спальте? Спальте. Место топанули немного, бьем
Иоанна в свету. Бежали. В свету бьем только трэш, смотрим лужу, отлично. Роджер, метка, прожмись, БДК. Бьем только трэш. Метка. Ну, блин, чё вы не хилите? Я в шоке. Шаман с фулл маной 48%. Анакриэль, чё ты не прохилил? Перебежали, метка. Вы сейчас больше по Халиону играйте. Альтей, отбегай, дай гим на ХП. Играйте только трэш в Халиона. Сильнее заиграйте только. Тулион, помоги добить трэш через эту хрень, как это называется, иссушение разума. Давайте сильнее по трэшу, чтобы он сдох. Джулиан, метка. Зиварва, как я тебе говорил, бить трэш. Перебегайте, на пульте трэш, перебегайте на пульте трэш и добивайте Халион. Танк упал. Падать. У тебя 50% маны, умираю я, умирают Тессадар, умирает Крейзи Варлок. Можешь объясниться, пожалуйста, почему ты сейчас не хилил этих людей? Я спрашиваю. Может быть... Дэрион, можно я скажу? Смотри, сейчас элементарно проседало 4 цели. Важные были это танки, потому что у них вообще ХП падал, я как бы их хилил. Но проседал еще Кот, проседал, потом еще Сова проседала, точнее Прист и Хант. Как ты думаешь, кого я бы выбрал? Лева, ну мне кажется, что это... Частица света не очень... всегда должна висеть на этом, одна, да? Отлично, да, ты хилишь две цели. Две цели можешь хилить спокойно. У меня одна, то есть ты две цели можешь хилить спокойно. Я хилил как раз таки Пала. Пал не проседал, когда умирал я и когда умирал Малорик. Я